Юным жительницам промышленного района, которым исполнилось 14 лет, накануне Международного женского дня вручили паспорта в торжественной обстановке. Девочек поздравило руководство отдела полиции. Маргарита Соколова рассказывает, учится в школе номер 10. На вручение главного документа пришла с мамой, которая во всем ее всегда поддерживает. Я очень рада. Я встала на час раньше, чтобы подготовиться, погладить там себе одежду. Я очень рада, что я получила паспорт. Перед вручением главного документа, удостоверяющего личность, девочкам рассказали о правах и обязанностях, которые накладывает полученный документ. Это один из этапов 14-летия для юных, таких молодых людей. Этот документ должен быть предметом гордости для них. А они предметом гордости нашей страны. Вручая первые паспорта, сотрудники полиции поздравили ребят с важным событием в их жизни. Пожелали быть достойными и уважаемыми людьми, с гордостью носить звание граждан России. То, что руководитель у нас решил поздравить девочек и вручить им первый документ, а именно паспорт гражданина Российской Федерации, именно в преддверии 8 марта, это, конечно, очень значимое событие. Папа и мама, пришедшие поддержать дочерей, волновались не меньше. Помимо главного документа, каждой девочке полицейские вручили букет цветов и подарок. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.